Вчера правительство Магаданской области издало постановление, резко ужесточающее требования к работодателям всех форм собственности, работающих в большом перечне отраслей. Документ требует от предприятий сферы услуг, торговли и общепита, ЖКХ, социального обслуживания и многих других сфер деятельности обеспечить не менее 70% работников, обладающих иммунитетом коронавирусной инфекции. Сегодня новые ограничительные меры прокомментировала исполняющая обязанность министра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко. Все это, безусловно, требует пересмотреть наше отношение как к ограничительным мерам, к усилению ужесточения ограничительных мер, так и к организации, более жесткой организации профилактики новой коронавирусной инфекции. Понятна история прошлого года, весны прошлого года и лета, когда вакцины не было. Но не использовать вакцину в настоящее время, когда она произведена, введена в гражданский оборот, так халатно относиться к своей гражданской обязанности, по моему мнению, это преступно. По словам Елены Кузьменко, всем работникам, указанным в постановлении правительства Колымы, дается месячный срок для приведения в порядок иммунной прослойки в каждой организации и учреждении. Для этого кадровым службам и руководителям предприятий необходимо провести определенную работу, сверить списочный состав прошедших иммунизацию. У этой категории людей есть самый важный сегодня документ – справка о наличии прививки. Остальных в течение месяца необходимо направить на иммунизацию. Если это не будет выполнено, организации необходимо 2/3 сотрудников отправить на дистанционную форму работы.